Всем привет, друзья, меня зовут Арсений, и, значит, создаю такой плоский мир, и посмотрите, что тут, картина, что, тут какая-то картина, я в нее пробовал прыгать, но она почему-то, в нее нельзя запрыгнуть, я думаю, вам нужно поставить по лайку и подписаться на канал, я думаю, тогда... Я смогу в нее запрыгнуть. А сейчас давайте перейдем к видеоролику. Кроме того, ребят, когда я зашел в плоский мир, я увидел 3 самых длинных тростника в мире. Просто посмотрите. Даже вон конца не видно этого тростника. И давайте все-таки попробуем их сорвать и посмотреть, сколько там всего тростников выпадет. Ломаем первый, ломаем второй, ломаем третий. Вау, это просто дождь просто из тростников каких-то. Нифига себе, ребят. О, тут у нас вместо травки все такое стало. Блин, ну как нам залезть на крышу? Там реально на крышу падало, ребят, посмотрите. Посмотрите, сколько тут всего. Вау, сколько тут стаков нападало-то. Давай сейчас еще на крышу заберемся. Так. Все-таки наломаем земли. И заберемся на крышу. Так. Нифига себе. Это же просто какой-то такой богатый пост. Вообще возможно построить. Интересно, кому пришла в голову построить тут самый большой тростник в мире вообще? Ладно, ребята, давайте спускаться и поставим землю на место. Вдруг сюда кто-нибудь еще зайдет. Значит, нам выпало почти 6 стаков. Ладно, давайте сейчас попробуем прыгнуть в картину. Что? Что? Что это там? Странно. Ладно, давайте стоять на шлюпке и, наверное... Что? Нет. Ребят, запомните, когда ты стоишь на шифте, прыгать нельзя. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр данного ролика, всем спасибо и всем пока!